Компания НЕСК потратит на улучшение энергоснабжения Анапы почти 300 миллионов. При подготовке к курортному сезону 2023 компания НЕСК для повышения энергобезопасности города проведет комплекс работ, среди которых ремонт, техобслуживание и строительство кабельных и высоковольтных линий, трансформаторных подстанций. В рамках инвестиционной программы в этом году предусмотрена реконструкция 6 километров существующих кабельных линий и строительство 9 километров новых. Стоимость работ превысит 292 миллиона рублей. Также запланирован капремонт и техобслуживание 45 километров высоковольтных линий. Производственный план этого года – текущий ремонт 302 километров воздушных линий, 36 трансформаторных подстанций, обслуживание 250 трансформаторных подстанций. Контролировать исполнение плана подготовки к сезону планируется также в рамках оперативного штаба ресурсоснабжающих организаций, сообщает пресс-служба мэрии Анапы. А партнер сегодняшнего выпуска – оптово-розничный комплекс «Фермерский двор» на улице Астраханская, 104. Оптово-розничный склад «Фермерский двор» – это новый уровень комфорта для покупателей. Огромный ассортимент продуктов питания, отличные цены, всегда свежая продукция, большой выбор фермерской домашней продукции, прекрасные мясные и рыбные отделы, овощи и фрукты оптом и в розницу, восточные сладости, саженцы, хозяйственные товары и многое-многое другое ждет вас на Астраханской 104.